Необыкновенно вкусное и очень простое и быстрое в приготовлении блюдо. Сытные блинчики с сырной начинкой станут прекрасным решением для питательного завтрака на скорую руку или перекуса в течение дня. Приготовить яичные блины с сыром можно буквально на скорую руку, а в результате получается вкуснейшее блюдо, да к тому же сытное и питательное. Ингредиенты простые и справится любой, даже начинающий кулинар. В качестве начинки можно брать все что угодно, всегда получается новый и интересный вкус. Предлагаю вариант с сыром. Яйцо – 3 штуки. Молоко – 3 чайных ложки. Сыр – 120 грамм. Соль – по вкусу. Растительное масло – 1 столовая ложка. Количество порций – 3. Подготовьте все ингредиенты. Сыр натрите на терке. Взбейте яйца с солью и молоком. Если сыр достаточно соленый, то соль можно исключить. Я взбивала для каждой порции отдельно каждое яйцо с чайной ложечкой молока. Сковороду разогрейте и смажьте маслом. Вылейте яичную смесь и как только блинчик схватится, положите по центру начинку, в данном случае тертый сыр. Сразу же подверните края с двух сторон, как на фото. Затем подверните блинчик с двух сторон к середине, формируя конверт, и прижмите его лопаткой, чтобы все края закрепились. Либо заверните начинку в блин любым другим удобным способом. Самый ленивый вариант – свернуть блинчик рулетом. Обжарьте блинчик с начинкой с двух сторон до появления румянца. Таким же способом приготовьте все блины и подавайте к столу. Приятного аппетита!